Акция «Посади свое дерево» стартовала в субботу в 11 часов и, согласно плану, проводилась одновременно в нескольких местах. На улицах Октябрьская, 4, 8 и Победа, 14, в Парке Победы и сквере Гагарина. Честь посадить деревья около дома по адресу Октябрьская, 4, была доверена ученикам 9 и 10 классов лицея номер 1 и их классным руководителям. Ребята выстроились в линейку и после короткого инструктажа взялись за лопаты. Дело продвигалось весело и быстро, а результаты вызывали заслуженную гордость. Значит, здесь собралось 5 классов, это 3 девятых класса, 2 десятых класса. И высаживаем мы с ребятами деревья, это рябинки, клены. Спасибо большое администрации, которая позаботилась об этих деревьях. Действительно, саженцы замечательного качества. И мы постараемся сделать все для того, чтобы эти деревья, каждое из них принялось. Мы участвовали в этой акции, потому что мы любим наш город. Мы рады, что мы его озеленяем, потому что деревья – это легкие нашего города. Мы дышим свежим воздухом, и мы будем очень рады прийти и посмотреть на нашу зеленую аллею. Мы будем за ними ухаживать. Участвуя в этой акции, мы прокладываем дорогу в будущее, потому что, проходя по этой аллее, в будущем мы будем говорить детям, что посадили деревья именно мы. Мы очень рады, что мы пришли сюда, и в будущем будет приятно пройтись по этой аллее и насладиться результатом нашей работы, посмотреть, как наши деревья растут, как они озеленяют наш город. Хочется, чтобы вот не только мы в школе на уроках прививали любовь к природе, любовь к своему городу, но также, чтобы и подобные акции помогали ребятам понять, как здорово, когда ты вносишь вклад в то, чтобы город становился лучше, красивее, зеленее. Придомовую территорию дома на Октябрьской, 4, озеленили не только учащиеся лицея. Молодой клен посадил директор жилищного хозяйства Александр Анатольевич Жибуровский вместе с семьей. Наше предприятие сегодня занимается тем, что поставляет инвентарь для посадки деревьев по адресам Победа, 14, и Октябрьская, 4. Вот. В количестве 10 лопат на один объект, 10 лопат на другой объект. Также с нашей стороны два контролирующих человека, которые смотрят за тем, как правильно сажают деревья. Ну и дальше будем за ними ухаживать. Ну, также мы пришли с семьей и приняли свою лепту. Контроль за посадкой деревьев по адресам Октябрьская, 4 и Победа, 14 проводило жилищное хозяйство. На улице Октябрьская, 8, в Парке Победы и сквере Гагарина – коммунальная. Около дома номер 8 по улице Октябрьская, где на газоне постоянно парковались машины, работниками коммунального хозяйства и председателем управления городским имуществом Аллой Федоровной Назаровой были высажены кусты сирени. На 5 местах нашего города высаживают деревья и кустарники. Всего 60 деревьев и 15 кустарников. Закуплены были предприятием нашим, коммунальное хозяйство, благоустройство. Значит, люди пришли очень хорошо, очень много людей было. На каждого дерева не хватило, но все, кто желали, поучаствовали, высадили деревья. В основном те деревья, которые позапрошлогодние подсохли, мы их убрали, сухие деревья. Вместо них посадили новые, в том числе вот на сквере Гагарина, там и 7 еловых, это 5 елок и 2 сосны. В Парке Победы 5 деревьев посадили ветераны вместе с учениками 2-й гимназии. А на участке около дома 14 на улице Победы работали представители общественной палаты и учащиеся ПТУ номер 11. Там же свое первое дерево посадили молодожены Орловы Василий и Майя. Напоминаем, что неделю назад силами коммунального хозяйства в городе проводилась масштабная подготовка к экологической акции. Закупался грунт и саженцы, выкапывались ямы. 13 сентября акция «Наш лес, посади свое дерево» нашла хороший отклик среди жителей города, ведь участие в подобных акциях – это своего рода выражение любви к региону. На свое 33-летие Краснознаменск получил отличный зеленый подарок.